Кривноморская. 400 активистов профсоюзного движения, 7 членов жюри. В 17-й раз Россия выберет своего студенческого лидера. Сейчас мы ждем гостей из 66 регионов нашей необъятной страны. Ежегодно наш конкурс посещает порядка 500 обучающихся, членов профсоюза, множество гостей, экспертов, представляющих различные органы исполнительной власти, различные общественные организации, которые позволяют насытить наш образовательный контент, ну и, наверное, помочь нашим студенческим лидерам при организации конкурсных заданий. Приехали в Дивноморск, чтобы поддержать нашего друга, финалиста всероссийского этапа студенческого лидера Гамзата Шабагиева, чтобы дать ему ту поддержку, которая она есть даже в Дагестане, и помочь ему пройти все этапы конкурса. Здесь собрались студенты со всей страны, с каждого уголка нашей Родины. И я надеюсь, что после того, как все уедут, разъедутся по своим домам, ребята будут продолжать общаться, приезжать друг к другу в гости. И профсоюз для этого в том числе и создан, чтобы мы могли в любую точку нашей Родины приехать и встретить своих друзей.